на данный момент по Европе один из самых удивительных, которые мы посещали. Мы идем обедать вот в такой вот красивый со швейцаром ресторанчик Рокко. Наверное, в самом красивом розовом здании, которое мы видели в Лиссабоне. На углу улицы Капелло. Никакой и непонятной. Отведаем лиссабонскую высокую кухню в ресторанчике Рокко. Это просто удивительный ресторан. Такого чуда мы давно не видели. С таким огромным винным баром. И здесь разрешил нам метрдотель снимать. Он сказал, что в Португалии можно снимать заведение. Мы будем сидеть вот на этой террасе в таком розовом свете. В ресторане очень много красивых картин. Удивительное место. Вот такая вот картинная галерея здесь. Просто чудо. Нереально красивая барная стойка. Вот такие вот картины. Есть вот рисунки такие. Невероятно красивое место. Выбор вин потрясает. И барная стойка выполнена в таком чудесном. Очень красивый оформленный ресторан. На данный момент по Европе один из самых удивительных, которые мы посещали. С диджейским пультом. Это не музей зеркал, это вход в туалет данного ресторана Рокко. Просто невероятный. Невероятный вход с кучей зеркал, поэтому вот такой вот вид при входе в туалет. Один из самых красивых оформленных входов в туалет, которые я видел. Очень красиво. Очень красивый. Обалдеть, с мозаичным полом. Вот такое вот чудо. Вот такое вот чудо. В этом туалете красивее, чем в музее, который мы видели только что. Да, обалдеть можно. Надеюсь, кухня в этом ресторане будет такой же вкусной, как и красота самого ресторана.